В Якутске мастера из разных стран начали работу над ледовой скульптурой. В городке «Северное сияние» стартовал ежегодный конкурс ледовых и снежных скульптур, который проходит в рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии». В этом году участниками стали команды мастеров ледовых и снежных скульптур из Франции, Монголии, Голландии, Китая, Белоруссии, центральных регионов России и Якутии. За звание «Лучшее» борются 25 команд. В этом году основная тема конкурса звучит как «Якутск – сердце севера». Три дня будут участвовать по ледовым скульптурам и два дня по снежным скульптурам. Призовые места за первое место у нас по ледовым скульптурам 150 тысяч, второе место 90 тысяч и третье место 60 тысяч. А по снежным скульптурам за первое место 60 тысяч, за второе 50 и за третье, соответственно, 30 тысяч. И поощрительные призы, кто принял участие, все равно не остаются без награждения, они получают все по 30 тысяч.